Молчи. Замри. Дыши. Господи! Ты живая? Рекорд побила. Эй, ты это, очки забыла. Спасибо. Ты ведь Зои? Работаешь в универе, в кафетерии? Нет, ты обозналась. Да я точно тебя помню. У тебя лучшие бутеры с фрикадельками. Сменщик твой вечно соус жалеет. Я там уже не работаю. Ой, извини. Слушай, а зачем ты вот так... Можно спросить, зачем ты вот так сидишь под водой? Ну, кто-то медитирует, а я погружаюсь на дно бассейна. Когда-нибудь до 2 минут дойду. О, ничего себе! А зачем тебе это? Под водой все зависит только от меня. Больше ни от кого. Я сама контролирую то, что делаю. А тебе не одиноко? Может, мне нравится. Мне пора домой. Я понимаю, что мы не знакомы, но если человеку нужна помощь, я это чувствую. У меня несколько лет назад мама заболела. Я в больнице ночевала, переживала жутко. А у подруг были совсем другие проблемы. Учеба и мальчики. А потом я поняла, всегда есть те, кто готов выслушать. Ты прости, у меня на такую ерунду времени нет. Я просто хотела помочь. Тебя никто не просил. Я плыву по своей дорожке, ты по своей. Взяла билет на автобус на 2 часа. Еще я позвонила домой, поболтала с бабулей. Что она сказала? Ну, что я папу совсем не слушаюсь и не понимаю, что он очень меня сильно любит. И что нам с ним надо друг друга беречь. Не знаю, может, она и права. А что в сумке? Здесь еда на первое время... Чтобы не пришлось в походе сразу все деньги тратить. Ты ведь не обязана. Я вообще много чего не обязана. Ну, все. Будем прощаться. Не говори никому, куда я направляюсь. Пожалуйста. Да ладно. Я найду, как тебя отмазать. Ты едешь в Мичиган навестить друзей. Пока сообразят, что к чему, ты будешь уже далеко. Не парься. А мне пора. А мне пора садиться читать Джейн Эйр. Потому что этот год я, видимо, все-таки доучусь. Прощай, Дин. Пока, Ванесса.
Продолжается поиск убийц. После ограбления дома шерифа в округе Турок они укрылись в мотеле «Сон в пустыне», где устроили... По описанию, Джей Холт – тихий, несуразный подросток, бросивший школу. У Холта есть сообщница – Ванесса Дорланд, 16 лет. Предположительно, вооружена и опасна. Если увидите любого из этих преступников, позвоните в полицию и... Вооружен и опасен? Они рехнулись? Чтобы папа на все это сказал. Привет. Сэр, что-то случилось? Да ничего. Тут вчера был музыкальный фестиваль, так что я теперь стою и всех проверяю на всякий случай, чтоб никто пьяным не ехал. Угу. Вы оттуда? Нет, сэр. Я просто мимо ехал. А откуда вы едете? Из Аризоны. Да? Просто номер у вас из Монтаны. Вы там учитесь, что ли? А, нет, я там живу. Далеко же ты на концерт собрался. Угу. В общем, покажите мне права и регистрацию, и можете ехать. Ага, сейчас. Да где же они? Ну, в Монтане вообще-то запрещено ездить совсем без прав. Извините, пожалуйста. Ладно, сейчас номера пробью. Диспетчер, мне бы номерок пробить. Монтана 3, Папа 2, 1, 5, 7, Танго. Черт, что делать-то? Опять, что ли? А вручную никак? Послушайте, я все объясню. Опять у них база легла. Чувствую, придет 2000-й и вообще все накроется. Ладно, сегодня я добрый. В этот раз отпущу с предупреждением. Но впредь права не забывайте. Хорошо, сэр. Проезжайте уже. А ты сегодня веселая. Мы с Крейгом наконец-то решились. Скоро мы поженимся. О. Я знаю, что ты от него не в восторге, но нам с ним правда хорошо. Очень за вас рада. Что ж, поздравляю. Спасибо, дочка. На выходных будем праздновать помолвку. Надеюсь, ты придешь. Только сразу говорю. Если начнете танцевать сальсу, я сваливаю. Как успехи в кафетерии? Думаю, начальник тобой доволен. Как сказать? Что такое? У тебя все нормально? Мам, если честно, эта работа меня не совсем устраивала.
Я что-то не поняла. Ты уволилась? Скорее, меня уволили. Зои, как же ты будешь без работы? Мам, да все нормально. У меня уже есть планы, не волнуйся так. Я твоя мама. Волноваться моя обязанность. Мам, извини. Мне пора. Где у меня еще банка? Банка таблеток. Ну и где она? Что это? Надеюсь, я не сплю. Ну, думай, куда ты их положила? Кто там? Привет, дедуль. Зои! Слушай, можно я зайду? Понимаю, что поздно, просто очень надо с кем-то поговорить. Зои, ты знаешь что? У меня тут это, ну, маленькая проблема. Какая проблема? Мистер Уокер! Все, я выхожу. Говорю вам, жильцы не должны портить имущество. А я говорю, что никакого имущества я не портил. Мистер Уокер, у меня уже нет сил с вами спорить. Привет, Зевс. Привет, старичок. Зоя, ну наконец-то. Скажи этой даме, что я имею полное право спокойно находиться у себя дома. Спокойно? Вы входную дверь испортили. Давайте все успокоимся. Что случилось? Кто-то вломился и украл мой кошелек. Нет. Вы сами забыли, куда его засунули, а потом дверь сломали. Зои, здесь кто-то был. Я даже видел, как он прячется. Ты его хорошо рассмотрел?
Он был в черной кофте с капюшоном? О, ну, может и так. Точно не помню. Вы не помните? Потому что вы все выдумали. Я расскажу, как все было. Ваш дедушка уже в третий раз за месяц вышел на улицу в халате и тапочках. А потом понял, что забыл ключи. И сломал дверь, чтобы попасть домой. Нет, неправда. Я хотел проветриться, вышел погулять. И кого-то там увидел и... потом помню, только как начал ругаться с Шелби, вот. Меня не так зовут. Зои, это больно признавать, но вашему дедушке становится хуже. Ему бы сиделку или в дом престарелых. Еще чего! Не надо мне ни в какой дом престарелых! Наше мнение по поводу случившегося сильно расходится. Но за ремонт двери придется заплатить. Пришлите нам счет. А? Я оплачу, не волнуйтесь. Что ж, спасибо за понимание. Ему нужна помощь. Это заговор. Она вымогает деньги у беззащитного старика. Точно говорю. Нет, ты ее вообще слышала? Дом престарелых. Прямо как твоя мама. Слыхал я эту чушь. Не говори, Шелби, но замок-то мне ломать вообще ни к чему. У меня на такой случай второй ключ под ковриком. Правда? Это же, ну, опасно. Хочешь что-то спрятать? Прячь прямо у всех под носом. Там никто не найдет. Ты-то как, внучка? Что нового? У меня? У меня нормально все. По тебе не скажешь. Ты как будто с войны вернулась. По ночам-то спишь? Несколько месяцев нормально спала. И вдруг опять начались кошмары. Ну вот. Теперь вообще засыпать боюсь. Ах, Зои. Вот недавно же хорошо все было. Что-то плохое случилось? Ничего особенного. Правда. А вообще, как твои дела? На работе нормально? Меня уволили за прогулы. Маме сказала. Лучше не спрашивай, как прошло. Подозреваю с огоньком. Так, может, и к лучшему. Ты ведь хотела делать журналистские расследования. Взяла бы и выучилась, наконец. Не знаю, дедушка. Я просто хочу проснуться где-нибудь на пляже, чтобы ни души вокруг. Зайти поглубже в океан и исчезнуть в волнах. Не советую. Я тебе вот что скажу. Сколько ни беги от проблем, они все равно догонят. Уж поверь моему опыту. Так, а куда плоский компьютер делся? Нету. Вот ублюдки. На 73 года себе купил. Можно я тут осмотрюсь? Ну, знаешь, может, следы воров найду. Да пожалуйста. Напомни... Где ты был, когда к тебе вломились? Да вот, в подъезде. Хотел цветы полить на общем подоконнике. Так ты ведь сказала, что гулять ходил. А, ну, я и гулял. Ну, собирался пойти. Сколько себя помню, у тебя один и тот же диван. Я его в 98-м купил. Недели после...
Ну, когда в Сент-Луис приехали. И с годами он стал только удобнее. Дедушка? А, вон он где. Хорошо, хоть это не украли. Хотя и черт бы с ним. Я на нем только пасьянс раскладываю. Дедушка, ты таблетки свои пьешь? Не люблю я их, я от них вареный. Если бы они были не нужны, тебе бы их не выписали. Так и будешь стоять, пока не выпью? Ну, выпей. Ради меня. Ну, ладно. Дедуль, ты абсолютно уверен, что не сам сорвал замок? Я никому не скажу. Ты что, ни разу не забывала, зачем в комнату зашла? Не забывала, куда положила вещь? Ничего не теряла? Ты сам знаешь, потеряла я много. Не хочу и тебя потерять. Шелби права, мне становится хуже. А ты не сдавайся. Ты ведь раковую опухоль поборол. Вот и теперь борись. Это совсем другое. Все забываю. Места, даты, куда в школу ходил. Кажется, будто всю память мою рассовывают по коробкам без подписей. Ты знаешь, каково это? Не представляю. Ужасно, наверное. Ты-то небось считаешь, что я все это выдумал? Вообще-то, за мной тоже кто-то следит, как мне кажется. Что? Недавно вот заметила в бассейне, потом прямо у квартиры. Но я не знаю, это правда или мне кажется. Может, у нас у обоих с головой беда? Господи, слушай, Зои, ты в детстве пережила страшное. Вот так потеряла папу. Знаю, ты думаешь, что у тебя из-за этого крыша едет. Слушай, ты можешь и не напоминать. Да, я понимаю. Так вот, я к чему все это? Вовсе ты не сумасшедшая. Сама подумай, не может нам обоим мерещиться одно и то же. Дедушка. Или у нас обоих крыша едет, или... Или что? Нет, это невозможно. Эй! Я тебя вижу! Обозналась. О, милая, все хорошо.
хорошо, я с тобой. Все же нормально было. Вообще все. А потом из-за ерунды вспомнилось, и теперь из головы не идет. Мы с тобой друг друга стоим. Я пытаюсь все вспомнить, а ты забыть. Не хочу я все забывать. Хочу, чтобы стало все равно. Как это сделать? Чтобы отпустило. Чтобы не видеть на каждом шагу кошмары из прошлого. Надо просто посмотреть страху в лицо. Надо посмотреть ему прямо в глаза и не бояться увидеть. Когда с тобой говорит прошлое, слушай. А когда оно договорит, может, ты станешь свободной. Дорогая Зои, пишу тебе третье письмо. Жаль, что ты мне так и не написала. Надеюсь, что письма доходят. Я сегодня тебя вспоминал. Какая ты была маленькая и как отчаянно цеплялась за маму с папой. А мне было 18, и я отчаянно цеплялся за свободу. Помню твое лицо, когда мы уводили твоего папу. Но мне казалось так лучше. Тебе нельзя было с нами ехать. Но все остальное было неправильно. Я знаю, что моя семья искалечила твою жизнь. Они и мою жизнь искалечили. Каждый день думаю, как бы все сложилось, если бы мы не пошли грабить тот дом. Зои, мне столько надо тебе сказать. О многом спросить, многое объяснить. О том, как мы тем вечером оказались в мотеле. И о том, что потом случилось в горах. Думаю, ты много узнала, когда подросла. Но есть и то, о чем ты не знаешь до сих пор. Пожалуйста, Зои, напиши мне. Я очень жду ответа. Твой Джей. День добрый. Как оно? Все нормально? Я просто пытался понять, куда идти. Ну, значит, смотри. Вот это горы Джейкобс Ридж. Вон там внизу озеро Блэкфут, а за ним, считай, Канада. Если пойдешь дальше вон по той тропе, выйдешь как раз на вершину Блэкфут Фоллс. Где пограничный пункт? Это на восток, за день точно не добраться. Ты лагерь-то где-то уже разбил, сынок. Да, там, ниже по тропе. Ну так пора поворачивать обратно. Темнеет тут быстро, а одет ты слишком легко, замерзнешь ведь. Можно я побуду еще немного? Тут красиво очень. А давай я с тобой посижу. Как раз хотел чайку попить. Будешь? Нет, спасибо. Как тебя зовут? Майкл. Майкл?
А я Лиланд. Вы лесник? Ага, я в разных парках работал. Зайон, Брайс Каньон, Пинаклс. Подержи-ка. Бывали в Йеллоустоуне? А то. Почти 10 лет там прожил. Нет на свете ничего прекраснее Большого каньона в Йеллоустоуне. Это сказал... Теодор Рузвельт. Ну да. Значит, тоже любишь природу. Я раньше часто гулял по лесу у дома. У вас прямо работа моей мечты. Иди в центр для посетителей, да подай заявление. Правда? Так все просто? Конечно, только сперва расскажи о себе. Хорошо. Я здесь много всякого повидал. Видел, как лес горит, как снег с гор сходит. Но никогда не мог понять, неужели так необходимо таскать с собой оружие. Но мы ведь границу патрулируем. Надо быть готовыми ко всему, а то, мало ли, беглый преступник проскочит. Слушай, ты вроде славный парень. Только в парке нашли машину в угоне. В полиции говорят, ее угнал 18-летний парень после перестрелки в аризонском мотеле. И направлялся он на север. Воды у тебя с собой нет, фонаря, я смотрю, тоже. И лагеря у тропы я что-то не видел. Ну, так в чем дело, Майкл? Слушайте, можно я дальше пойду, а? Извини, сынок, нельзя. Мне долг не позволяет. Так помогите мне. Нельзя всю жизнь бежать от правосудия. Беги, не беги, а все равно покоя не найдешь. Пойдем, спустимся вместе. Я из этой штуковины ни разу не стрелял и начинать не хочу. Эй! Парень, стой! Остановись ты уже! Угомонись уже! Бежать больше некуда! Ты что делаешь? Бегу в Канаду! Не знаю, что тебе в голову взбрело, но не обязательно! Давал слово, что никогда не выстрелю в человека. Но если снова побежишь, я его нарушу. Я понимаю, что ты отчаялся. Давай я вызову вертолет, иначе тебе просто не выжить. Вы что, не понимаете? Меня же потом казнят. Если прыгнешь, свернешь себе шею или утонешь. Я этого не допущу.
А вам точно сюда? Пешеходных троп тут нет. Да, точно. Спасибо. Тихо, тихо. Рузвельт, да что с тобой? Молчи, молчи, замри. О боже, Зои. Привет, Джей. Я не знал, доходят ли письма. С Марта. По одному в месяц. Тебя до сих пор ФБР ищет. Ты в курсе? Как ты меня нашла, Зои? У меня номер твоего абонентского ящика был. А дальше на почте подсказали. Здесь хорошие люди. Да, это правда. Как сильно ты изменилась. Я знал, что за эти годы ты выросла, но у меня в памяти ты все равно та маленькая перепуганная девочка. Ты стал гораздо старше. Я даже не ожидала. 14 лет под открытым небом. Кого хочешь, состарят. Может, пойдем сядем? У меня второй стул где-то был. Кстати, баллончик тебе не понадобится. Даю слово. Красиво. Я раньше тоже так думал. Теперь привык. Так странно тебя здесь видеть. Я все эти годы думал про тебя и твою семью. Я читала в письмах твоих. А вот я про твою семью старалась не думать. Но у меня плохо получалось. Понятно. Я столько всего спросить хочу. О тебе и... Спрашивай. Мне теперь спешить некуда. И что, за все эти годы тебя так никто и не узнал? В городе иногда казалось, будто узнали. Там ведь и не поймешь, просто чувствуешь, что на тебя пялится. Так что я далеко не хожу. Только в библиотеку и в магазин иногда. В новостях говорили, если прыгнуть с того утеса, выжить невозможно. Я чуть не погиб. Когда нырнул, будто отрубился. Не помню, как доплыл до берега. Со мной тогда был лесник, он тоже упал, но неудачно упал. Ну да. Об этом тоже в новостях говорили. Тебе семья хоть пишет? Нет. Мама вроде бы уехала за границу. Не знаю куда. Тайлеру не повезло. Он в Аризоне. Ждет казни. В общем, я один. Живу тут. У тебя тогда вроде не было шрама. А, это? Я первое время много по лесу ходил. Как-то наткнулся на медведицу, думал, она раненая, а у нее были медвежата. Вот и получил. А где девушка, с которой ты убежал? Ванесса? Я иногда ищу про нее в сети. Сейчас работает где-то на телевидении. У нее все нормально сложилось. Не знаю даже. Мы ведь уже попрощались. Наверное, пускай лучше так все и остается. Не знаю даже. Так,
Зачем ты приехала, Зои? Ты хотел поговорить. Я надеялся, что ты просто напишешь, и все. А ты приехала сама. Зачем? Я тебя везде вижу. Во сне, в людях на улице. Ну? И я поняла, что должна посмотреть тебе в глаза. Чтобы отпустить и жить дальше. Если хочешь об этом поговорить, я готов выслушать. Что-что, а слушать я умею. Той ночью ты увел меня на второй этаж, и тут свет вырубился. Помнишь? Конечно. Мне тогда тоже было страшно. Ты сказал молчать и не дышать. И я с тех пор как будто так и живу. Хотя на самом деле я хочу кричать. Вот орать и орать бесконечно. Мне надо было, чтобы ты сидела тихо. Копы ломились внутрь. Я за тебя боялся. Знаю. Я не говорю, что моя реакция логична. Знаешь, что между нами общего? Нас обоих жизнь макнула в дерьмо. И мы потом оба пытались с этим как-то справиться. Так что мы с тобой во многом похожи. Нет, неправда. Не льсти себе. Джей, зачем? Зачем ты начал мне писать? Я же сказал, о многом я так ни с кем и не говорил. Да, но почему я? Говоришь, я тебе снюсь? Ты мне тоже иногда снишься. Хотя вроде много лет прошло, и давно пора все забыть. Но я как ни старался, до сих пор так и не смог. Наверное, ты ненавидишь меня. После всего, что сделала моя семья. Моего папу убили. Сколько еще людей погибло? Мне все это так дало по мозгам, что я даже школу не закончила. Выгнали из одной, потом из другой. С формулировкой за невнимательность. А потом от тебя начали письма приходить. И я... Зои, что бы я сейчас ни сказал, прошлого не изменишь. Я был мелкий, глупый. Не понимал, какая у меня семья. Но это все не важно. Я был 18. Я должен был понимать, что так нельзя. Прости меня. Ты думаешь, можно так просто? Не выйдет. Пусть так. Но чтобы добраться сюда, я столько натворил. Столько людей. Я каждый день их вспоминаю. Лесника в парке. И тебя. Все время думаю. Только не делай вид, что тебе не плевать. Тут на крыше антенна. Если тебе полегчает от того, что я сяду, позвони сейчас копам. Я убегать не стану. Это не свобода, когда живешь во лжи. Пожалуй, я благодарен. Пошли, Рузвельт. Прогуляемся. Стой. Мой папа был хорошим человеком. Он был ни в чем не виноват. Но я знаю, что по большому счету твоей вины в этом нет. Ты другой. Но столько лет прошло, и ты уже не тот парень. А я не та перепуганная девчонка. Тот, кого она ненавидела. Это уже не ты. Я себе по-другому это представляла.
А как представляла? Что я, ну не знаю, убью демона. Ладно, мне пора. Хочу успеть на автобус. Не пиши мне больше, ладно? Хочу это все закончить. Я понял. Ты береги себя. От тени нельзя убежать. Нельзя спрятаться. Со временем учишься смотреть не на тень, а на свет. А кто-то покидает нас слишком рано. Почему одни умудряются выживать? А другие просто не выдерживают. Ответов я не знаю. Знаю только, что не буду больше бежать. Никто за мной не гонится. И никогда не гнался. Эй, Зои, это я, дедушка. Я тут все думаю о нашем с тобой разговоре, о том, как важно смотреть страху в глаза. И у меня есть тайна. Тот день, когда мы попали в Турок, когда я предложил ехать красивым маршрутом, это не просто так. Я там раньше уже был. Все, что случилось потом, все, что с нами было в мотеле, это все я виноват. Ну, не надо этого делать. Давай, не дергайся. Не умножай свои проблемы. Скажите ему, пусть забирает, пусть едет в Турок. Дедушка.